Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля номер 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, дорогие друзья, что сегодня я хочу сказать? Сегодня у нас будет на обзоре новый особняк из обновления 1.40.1. И это самое последнее обновление на данный момент, которое есть в игре. В нем очень много чего добавили. Автомойку, снег, Деда Мороза. И самое крутое — это реально огромнейший особняк. Поэтому, ребят, если вы на этом канале впервые, обязательно подпишитесь прямо сейчас и помогите мне добить 79 тысяч подписчиков. Я знаю, что вместе с вами у меня все получится. Поэтому, если тут реально ты в первый раз, ну подпишись, дружище, мне будет очень приятно, а тебе как бы не сложно. И попробуем добить 100 тысяч до Нового года. Я думаю, что у нас все может получиться вместе с вами. Поэтому, ребят, присаживайтесь поудобненькому, берите чай, кофе, чипенюшки, и мы начинаем делать обзор. Как видите, дом у меня этот уже куплен, и сегодня мы будем делать самый большой обзор на данный особняк. В нем я покажу все интересные места, которые есть. Все будет сегодня, поэтому давайте уже будем приступать. Будем, дорогие друзья, заходить. Скоро я покажу подписчика, который попал на машину. Все будет в ролике и все будет круто. Так, давайте, наверное, начнем с того, что у нас с виду встречает вот такой вот интересненький фонтанчик. То есть, как можете заметить, у нас, собственно говоря, есть такая текстура, как будто это, то есть, фонтан, это вода. Скорее всего, я догадываюсь правильно. Также у нас есть въезд один с улицы и есть прямо в гараж. Но давайте, наверное, пока что попробуем изучить первый этаж здания. Что нас тут будет встречать? То есть, если мы открываем дверь, я же надеюсь, она открывается. Она открывается. Мы такие маленькие рядом с этой дверью. Вау, круто, прикольно. Мы заходим, видим портрет Майкла Джексона. Я понимаю, что разработчики очень любят Билли Джин и вообще очень любят песни Майкла Джексона. За это респект, за то, что они добавили такую картину крутую. Я тоже обожаю Майкла Джексона. Это круто, прям очень сейчас по-современному. Сейчас все тащатся от Майкла Джексона. Это круто. Тут у нас стоит вот такой вот приятненький диванчик, цветы, можно тут посидеть, подождать, к примеру, что-нибудь, я не знаю, только что тут сидеть, ждать, и вот так. Также у нас есть дальше еще одна дверь такая же, абсолютно, жалко, что они не автоматические, то есть они будут останутся открытыми, ну, окей, ладно. Так, дальше у нас тут идет стол вот с таким сосудом, который тут у нас стоит, вау, крутой сосуд, после чего у нас тут есть съемочная дверь, ребят, тут написано, типа, такая вот операторская режиссерская штучка есть, которую чокают, когда снимают фильмы. Ну-ка, давайте зайдем сюда, и что там у нас идет? Тут кинотеатр, ребята, ребята, тут реальный кинотеатр, где можно смотреть фильмы, ребят. За это просто лайк, я не знал, что тут такое крутое место есть. Вау, я в шоке. То есть можно будет сидеть с подписчиками, с друзьями и смотреть фильмы. Вау, клево, отличненько. Вау, ребята, это круто. Ладно, закроем дверь. Мы еще вернемся обязательно к этому кинотеатру. Ребят, мы кое-что сделаем с вами. Это будет чуть попозже. Также у нас тут опять встречают картины. Вот такой вот закат красивый, море. Тут у нас холодильник, холодос, может быть, покушать. Открыть его нельзя. Тут посуду помыть, руки помыть. А, это плита. Наверное, руки мыть тут. А, нет, у нас две плиты. Ого, какие мы крутые. Вау, как же много всего. Давайте пойдем в туалет. Посмотрим, какой у нас туалет. О, туалет закрытый. Ребят, откройте, я хочу в туалет. Мне нужно срочно. Там кто-то реально закрылся. Окей. Давайте дальше изучать первый этаж. Дальше у нас уже идет вход в сам гараж, в автомастерскую. И тут у нас есть, собственно говоря, 8 мест. Вау, это круто. Тут же у нас диски лежат. Получается, место для машин. Это круто. Я уже некоторые машины свои перевез. И вот, дорогие друзья, я покажу, собственно говоря, подписчика, который попадает на машину в этом ролике. Да, дорогие друзья, и это Кирилл Сидоренков. Давайте его поздравим и скажем, что он действительно крутой перец, который удосунулся быть на машине в новой вилле, ребят, это же круто. О, 5 чертежей упало, отличненько, можно будет что-нибудь купить. Это же реально
Очень круто, поэтому, если ты тоже захочешь попасть в следующий ролик прямо ко мне на машину, как Кирилл Сидоренко, тебе нужно быть подписчиком моего канала, поставить лайк этому ролику и написать больше всех комментариев. Кирилл Сидоренко просто побил все рекорды и написал очень большую кучу комментариев. Я не знаю, кто-нибудь сможет это сделать, как Кирилл. Если да, то ты обязательно попадешь в следующий ролик. Пробуй, дружище, обязательно. Я уверен, что именно у тебя получится попасть на ролик и будешь кататься со мной на машине, и это же круто. Это просто круто, поэтому пробуйте, обязательно, ребят. Вот такие вот делишки. Ну, а мы идем дальше. Тут у нас такой идет шкафный гарнитур. Тут у нас вот прямой выход на улицу. Дальше что? Теперь у нас тут встречает въезд. Вау, тут вот у нас въезд с улицы. Потом дорога идет куда-то еще. И тут лестница наверх. Скоро пойдем на второй этаж. Так, тут у нас большая мансарда. Ой, еще один заезд. А смысл ворот? Вот это очень глупо, потому что, то есть, любой чужак может заехать к тебе во двор. Ну, это как-то тупо, реально. Вот это должны разработчики закрыть. Что-то за 800 рублей они в этот момент не продумали. Чуть-чуть, конечно же, они, собственно говоря, пробубльгумили. Они весь акцент сделали на постере с Майкл Джексоном и забыли тут добавить эту, собственно говоря, стеночку. Это, в принципе, несложно, я думаю, добавить сюда стенку и закрыть. Ну, реально, зачем ворота, если тут можно заехать? Ну, это глупо. Реально, за Майкла Джексона чисто, вот, по-моему, они старались чисто за Майкла Джексона. Окей, давайте так, дальше прогуляемся. Вокруг дома огромный дом. Шучу про Майкла Джексона. Все круто, но, ребят, добавьте реально туда стенку. Просто это как-то некрасиво реально выглядит для такого особняка крутого. Тут опять же, тут стенку не добавили. То есть любой желающий может прийти к тебе в дом, но это как-то не так. Ну, это, блин, не знаю. Давайте поднимаемся на второй этаж теперь. И тут у нас встречают... Ой, какие красивые у нас тут всякие штучки. Симпатично все. Ой, у нас тут вот такой вот плюш растет. Тут опять фонтан и опа. Давайте обойдем все и посмотрим, что уже в доме, потому что реально смотреть, я думаю, есть на что. Тут у нас беседка встречает, вот такая вот беседка красивая, тут можно постоять, понаблюдать за городом, отличненько, шикарненько. Тут нас встречает вот такие пеньки, мраморные лавочки ДВПшные и всякое такое. Так, в принципе, так, чё, опа, еще одна лестница, и вот он тот фонтан, который у нас, собственно говоря, есть. И в него можно даже провалиться, я так понимаю. Да, ну, вау, круто. А из него вылезти можно будет? О, разработчики, что вы сделали? Почему я не могу выйти отсюда? А, нет, могу, все-таки круто. То есть эта водичка, она течет очень быстро, суперская вода. Так, ну и все, мы, в принципе, можем теперь заходить в дом на второй этаж и смотреть, что тут у нас есть. Вау, тут 3 телевизора, я не знаю, зачем дома 3 телевизора, но ладно, окей, круто. Тут нас встречает тумбочка, стол, кровать, тумбочки, ничего нельзя взаимодействовать, вот такие диваны для переговоров, то есть с друзьями можно посидеть, барная стойка, в принципе, прикольно, реально для большой вечеринки, ну, большое место, круто. Тут у нас парадный вход наверх. Окей, мы его видели. Отличненько. Дальше тут опять еще одна комната, где можно поспать, тупо поваляться, поотдохнуть. И у нас тут идет лестница наверх. О, тут еще качалка. Тут, то есть, можно реально покачаться, позаниматься своими делами, бицуху покачать. Собственно говоря, побегать на вот таком вот велотренажере, на беговой дорожке. Потом присесть, сделать себе бицуху, тут покачаться. Чисто круто. Вау, вау. Вау, тут у нас идет сауна. Вау, тут можно в сауне попариться, реально закрыться вот так. А как закрыться? Опа, вот так отличненько закрываемся и начинаем париться тут. Ой, отличненько, прям клево. После тренировочки можно зайти сюда чисто, спустить, собственно говоря, дух, или как это называется. И тут у нас дверь идет опять в туалет, туалет закрытый. Почему туалеты все закрыты в доме? Это нечестно, и тут, опа, еще один вход. А, понятненько, это уже выход на улицу. Так, мы это, в принципе, с этим разобрались. Давайте поднимемся теперь на третий этаж. И что там может быть, ребят, я даже не представляю. Тут у нас, так я понимаю, это танцпол. То есть тут вообще танцевальная зона. Ну, судя по вот таким прожекторам, судя по плитке вот такой, тут этот танцпол, на котором может джуги-джуги-джугин, джамп-дам-дам, может что-то потанцевать, окей. Также у нас тут встречает телевизор, жалко, что один, мне кажется, на танцполе точно должно было быть как минимум 2 или 3 телевизора. Вот тут они нужны, мне кажется, они все забыли на втором этаже. Также тут можно позависать, посмотреть на камин, очень клево.
Очень клево, очень красиво. И опа, тут у нас еще есть вот такая вот штучечка. И опять незакрытые стены. Ну для чего это? Чтобы упасть? А, тут продумали, ребят, лайк. Они добавили зеркало сюда, точнее, стекло, оргстекло. Закаленное суперское стекло. И тут, ой, как красиво, как прекрасно. А тут у нас, собственно говоря, диванчики. Какие-то стеклянные кубики. Я знаю, что разработчики любят, видимо, кубики очень сильно. И Майкла Джексона. И вот так вот они сделали акцент на этом. Очень странно, что так Майкла Джексона мало. Все-таки один постер, можно было побольше сделать. Но ладно, тут у нас балкончик. И где-то Дед Мороз летит. Надо встретить, ребят, Дед Мороза. Где-то летит Дед Мороз. Я слышу, что он говорит Merry Christmas, хоу-хоу-хоу. Но что-то его не видно. Ну ладно, мы его прозевали. И, в принципе, на этом все-таки, наверное, рум-тур заканчивается. Тут больше, в принципе, показывать нечего. Как бы мы все прошли, тут у нас какой-то стол для, не знаю, для записи президента. Тут очень высокий, я не знаю, кто на нем. Какой-то гигант должен сидеть. Ну ладно. В принципе, по-моему, мы просмотрели с вами все, что можно было. Все, что можно было, и проискали, ну, все моменты, абсолютно. То есть, я думаю, что я ничего не прозевал, ничего не проэтовал, не профукал, и может окупать сразу на первый этаж и заспидранить рум-турчик такой вот. Ну, а теперь мне интересно, как это будет выглядеть, если я приезжаю на машине. Очень клево, вот эта комната мне больше всего понравилась, очень приколдесная. Так, давайте теперь, собственно говоря, попробуем проэкспериментировать, как будет выглядеть тот момент, когда мы с вами заезжаем в сам особняк. То есть, к примеру, мы вот садимся в свою машинку замечательную, делаем бачком вот так, раздали боком, и, к примеру, мы заезжаем. То есть у нас есть вариант поехать либо, собственно говоря, вот сюда, либо вон туда, либо вот так. То есть на задний двор. Я не понимаю тогда, вот для чего вот это было сделано. Я понимаю, площадь большая, крутая, но уже вот сюда никак не заехать. То есть вот так. То есть ты в гараж уже никак не попадешь. Если ты заезжаешь через задний вход, ты в гараж не попасть не можешь. И ты такой стоишь, что плак, я не могу посмотреть на тачки свои. И это обидно. И то есть ты тут по кругу можешь просто прокатиться, не знаю. Может это для охраны, для служебного патруля. Это добавили. Ну ладно, потому что реально, смотрите, ворота открываются, я проезжаю вот сюда, и ворота, они закрываются, ребят, они реально закрываются, смотрите, все, они закрываются, я не успеваю машину, все, посмотрите, что происходит с ними, все, я не могу заехать, это странно, или, скорее всего, ребят, это создано для выезда, скорее всего, давайте представим ситуацию, что мы заезжаем с вами вот так в гаражик. Но согласитесь, тогда слишком много выездов. То есть выезд-то вот тут один. Мы поворачиваем налево, что-то багается все, ребят. Что-то багается, ломается игра. Ой-ой-ой, что происходит? А, тут стекло! Тут стекло? Это как? Я не понимаю. А что произошло? А что произошло? О, баги! Баги! А, все, отлично. Нас выпустили из дома. Йоу! Великодушные разрабы все-таки смогли меня выпустить. Так, вот давайте, вот мы заезжаем в эти ворота. Опять они закрывают. Да что с ними происходит, ребят? Ну что это такое? За 800 рублей Майкл Джексона постер купили. Ё-моё, вот мы заезжаем. Двери то открываются, то закрываются. Я не понимаю, что с ними происходит. Окей, я хочу выехать из дома. Так, а как мне это сделать? Я вот заехал, потом передумал. Мне больше тут делать нечего. Как мне отсюда уехать? Ой, а нас-то игра не выпускает из дома. Говорит, вы ты купил, теперь сиди тут. Ты даже не можешь в гараж заехать. Что происходит с гаражом? Ну... А, вот теперь он открывается, спасибо. Можно открыться и... Ой, что происходит? Ой. Что это такое? Воу, разработчики, это Майкл Джексон или что? Окей, ладно, я постараюсь выбраться отсюда. Я не уверен, что мне это прям получится. Но, опа, проскочить, да ё-моё. Я даже проскочить не успеваю. Ну-ка, давай, ламба. Фух. Я успел проскочить, потому что они, опа, закрываются, они спидранятся очень сильно. А это, конечно, доска почета Open Games. Тут они сделали себе мемориал, чтобы тут, видимо, молиться, я не знаю, себе. И это круто, да, себя нужно в любом случае хвалить. Потому что проект действительно они крутой сделали. И я действительно рад этому особняку. Он мне безумно нравится, и я реально... Буду думать над тем, чтобы его купить на оригинальной версии. На оригинальной, без никаких разработческих модов, которые сделали для модераторов, как бы. Буду думать, ребят, как вы думаете, стоит ли его покупать, постер Майкла Джексона за 800 рублей или нет? Ну, как вы вот считаете лично? Я считаю, что в принципе, хата очень крутая, в принципе.
То есть в ней очень много места, очень много чего интересного есть в доме, повторюсь. Я думаю, что в нем будет что-то еще интересное появляться, но вот мне не нравится вот этот баг. То есть если я заезжаю через задний вход, я хочу заехать через задний вход, то я не могу попасть в гараж. Тем более, я не могу, меня игра не пускает. Вот это за 800 рублей чуть-чуть, конечно же, обижает, не знаю, что-то такое делать. Но в любом случае, ребят, респект. Если вы, разработчики, смотрите мой ролик, честно, без какой самоиронии, без шуток, респект. Работа выполнена очень круто. Я понимаю, что это очень масштабная штука, это самое масштабное строение в игре, поэтому давайте сделаем скидку на то, что они сделали первый огромный проект в игре. Поэтому лайк. Лайк, ребят. Если кто-то спросит, покупать ли его, я думаю, что в принципе да. Если у вас есть возможности, покупайте. Потому что, ну, разработчиков-то нужно, собственно говоря, как-то, собственно говоря, подбадривать, помогать им. И, возможно, они будут нам дарить новые спойлеры, точнее, постеры Майкла Джексона. Их появится больше уже в городе, они будут висеть на билбордах. Билли Джин, я думаю, что это все появится, и это будет круто. И я думаю, что они должны будут объяснить свою любовь к Майклу Джексону. Хотя, да, Майкл Джексон — это forever. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, то обязательно подписывайтесь на канал. Если тут впервые, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии, кодовое слово в этом ролике пускай будет Майкл Джексон. Все, кто напишет слово Майкл Джексон, обязательно попадет в мое следующее видео. И также не забывайте, что можно попасть на кузов моего автомобиля. Поэтому напиши больше всех комментариев. Попробуй побить рекорд. А также не забывайте переходить по ссылочке в описании на мою группу Симулятор Лич 2. Там в скором времени появится кое-что интересное. Я подмигиваю правым глазом, подмигиваю. Надеюсь, вы поняли, что там будет. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить очень интересную штуку. Подмигиваю. Опа, опа, опа. И также не забывайте подписываться на мой второй канал для стримов. Называется Топчанский. Там будут стримы и другие еще видосы по разным играм. Поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Качайте обновления. В принципе, очень круто, интересно и масштабно. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзьяшечки. Ура-ра-ра-в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 а